Всем привет, на связи IT District, и в сегодняшнем видео я бы хотел вам презентовать новый долгожданный осенний топ тем для оформления интернет-магазинов на системе WordPress. Если вы хотите создать самостоятельно сайт, неважно какой, либо это одностраничный сайт, либо это интернет-магазин, либо классический сайт, то я вам могу в этом помочь. У меня есть много различных обучающих программ. Сейчас идет распродажа. В среднем каждая из программ стоит примерно по 300 рублей. Также есть большая полноценная программа, после которой вы станете профи в создании, то есть в разработке сайтов различной направленности. Стоимость такой программы для того, чтобы стать профи, стоит 1000 рублей, но при этом вы, покупая эту программу за 1000 рублей, вы получаете доступ вообще ко всем моим обучающим программам, то есть вы их получаете бесплатно. Ну, а если вы все-таки еще задумываетесь о мобильном приложении для платформы Android, то я также вам могу помочь. Все ссылки для связи со мной есть под видео, также и под видео есть ссылочка для того, чтобы перейти на страницу с распродажей моих курсов, поэтому смело переходите, либо пишите мне, я вам помогу. Также, если у вас имеются какие-то вопросы или что-то не получается сделать сайтом, то я могу вас также проконсультировать или сделать для вас личное видео с объяснением того или иного действия. В общем, все ссылочки есть в описании. Если кто не знает, то система WordPress – это система управления контентом, которая позволяет разрабатывать сайты различных видов без знаний программирования, собственными руками или... Ну, в общем, очень просто. Суть состоит в следующем. Вы открываете для своего сайта доменное имя, то есть адрес, да, вашего сайта, привязываете к нему хостинг, то есть пространство, на котором размещаются файлы вашего сайта, и на этот хостинг, на ваш сайт, устанавливаете эту систему и выбираете внешний вид вашего сайта. И внешний вид определяется именно темами оформления, о которых мы сегодня будем разговаривать. Я на ваш суд представляю топ-5 подборку тем. Заранее скажу, все темы плюс-минус в той или иной степени бесплатные, ну то есть в бесплатных версиях разработчики позволяют использовать максимальную допустимую совокупность опций, да, то есть в бесплатных версиях вы получаете достаточно отличный сайт, который в 95% удовлетворяет все современные потребности, то есть это, можно сказать, бесплатные темы оформления. И еще будет объявление такое, что мы в этом видео выбираем тему оформления, на которую я сделаю примерно через неделю обучающий курс. Стоимость этого курса будет символичная, всего лишь навсего 500 рублей. Так что для тех, кто заранее запишется, будут свои бонусы, плюшки. То есть выбираем тему. Какая тема понравится, пишите в комментариях. И на эту тему я сниму обучающий курс. Ну давайте приступать. Пятое место – это тема оформления App Store. Чем же я выделяю эту тему? Здесь она хороша дизайном, всякой вот анимашками, всякими вот этими баннерами, прикольной вот презентацией товаров. Тут видите, сразу можно купить, добавить в избранное, посмотреть быстренько карточку товара, не заходя в карточку товара. Всякие баннеры, вот вкладки. Ну тут, если вам нужен небольшой интернет-магазин, да, там на товаров до 500 штук, да, то вполне этот вариант вам будет. И, конечно, если вам нужна интернет-магазин одежды, то смело выбирайте эту тему оформления. Четвертое место – Fashionable. Эта тема оформления уже посложнее. Тут мы видим с вами, видите, вертикальное меню с категориями, такой слайдер. То есть это такой классический магазин, прям кому нужна классика, да. То есть презентация категорий, презентация одних товаров, других товаров. Ну, тут все довольно-таки понятно. Отзывы, там блог какой-то вы хотите вести. Также, да, достаточно классический магазин, достойно занимает четвертое место. На третьем месте разместилась тема Own Shop. Чем хороша эта тема? Она уже более такая респектабельная, более качественная шапка сделана. И вот где вертикальное меню с категориями, вы можете открывать и скрывать. Также тут классная вот презентация различных категорий, товаров по вкладкам, различные баннеры, то есть описание. Тоже неплохое такое решение для небольшого интернет-магазина с товарами до товаров, ну примерно до 1000 товаров. Второе место – это Мегастор. Это уже интернет-магазины премиум качества. Тут все
поприкольнее сделано, круче шапка, круче вот это меню с категориями, всякие более интересный слайд, разбитый на несколько баннеров. Также баннеры здесь подключаются, тут различные вкладки с товарами, да, можно по категориям сортировать. В общем, достаточно классный интернет-магазин. Ну и наш лидер, тот интернет-магазин, который я для себя заглавил как репликант DNS, то есть, ну или похоже на интернет-магазин DNS или NVIDIA, вот такие крупные маркеты по продаже с техникой. И тут есть все. Посмотрите, тут классная шапка. Слева качественное меню, качественный слайд. Справа ваши преимущества вашего магазина. И очень круто представлены популярные товары, обычные товары. Прям вот по тегам можно по категории вот так вот. Можно здесь либо категории, можно бренды представить, либо что-то еще. Посмотрите, как классно здесь представлены различные категории. В общем, интернет-магазин очень качественный и очень классный. Поэтому я его и отнес на первое место. Вот такой топ у меня получился на сегодня. Опять же напоминаю, выбирайте тему оформления, пишите в комментариях. Курс будет стоить 500 рублей, стоимость вообще символичная, примерно он будет готов примерно через неделю, то есть следующий понедельник он уже стартует. Так что можете заранее записаться, получите дополнительные плюшки. Я думаю, те, кто заранее запишется, давайте так, тот, кто заранее запишется, я тому дам доступ на все мои курсы. Вот сделаем так. Ну а на сегодня все, всем удачи, всем пока.